Клюштюк. Ну что, установил я велосипеды на машину. Это дело непростое. Кажется, вот так вот взял, закинул велосипеды на машину и поехал, куда глаза глядят. Блин, закинуть не так-то просто. Это надо два велосипеда совместить, чтобы они не терлись друг от друга, чтобы было жестко все. Вон, вон, стоят уже на машине красавчики. Сейчас позавтракаем и едем к Эмили искать тайники. Решили расширить диапазон, круг поиска тайников. Поищем по одной Нюстрам сегодня с Эмили вместе в городе Трамп-Крамп. В общем, в городе Трампампам и его окрестностях. Погнали, друзья! Подоспел яичница. Вот такая у нас на завтрак с крупной солью и с авокадо. На бутербродике вот с таким сыром. Очень вкусно, рекомендую, друзья. А тут еще кисель вот такие вот сделала. Фаршированные, вообще вкуснятина. Эй, друзья, всем привет! Приветствую вас на канале Алекс Титанов. Сейчас мы едем, ладно, я еду в город Трамп, момент мал, Трампенкамп. Трампенкамп, мы едем туда, с велосипедами, они вон сзади у нас на багажнике, и мы едем туда искать, друзья, тайники, геотайники, вместе с Эмили мы будем искать тайники, я выписал 4-5 координат разных тайников, посмотрим, сколько там получится, чего получится найти, в общем, должны хорошо провести время, покатаемся на велосипедах, покушаем мороженое, дёнеры, не знаю, что-нибудь. И поищем геотайники. Оставайтесь с нами, друзья, будет интересно. И, конечно же, смотрите до конца. Самое интересное в конце. Погнали! Друзья, мы на месте ждем Эмили. Сейчас она подъедет. И мы поедем искать эти шикарные тайники. Да, Иришка? Это означает «да». Вот наши велосипеды, мы пока их не разбираем, ждем Эмили. Может быть, мы туда приехали. Мой вон с грязными колесами. Я, кстати, твой помыл. Угу, протер. Он был весь запылен. И что еще? Аккумулятор я вон, наверное, снял, чтобы он полегче был. Так-то ехать нам далеко. 200 километров мы сюда проехали, 209. Если быть точным. Ждем. Ждем. Вот такой для зиппер-кайта я сегодня повесил замок транспортировки. Нет, еще сиденье надо поднимать. Я же сиденье опускал, почему не влазило. Also, jetzt kommt Folgendes. Куча девочек, тут надо тебе аккумулятор сейчас ставить, мне сиденье поднять, сумки повесить. Все так просто. Вон она едет. Привет. Привет. Да. Привет. Ты еще лет. Я соскучился. Да, я тоже. Привет. Большая, красивая. У нас здесь видеосъемка для, как дела? Для истории. Чтобы я знал потом, как ты выглядел. Она ездит по лесам, по полям. Когда в последний раз? Посмотри на цепь. Вообще недолго она не говорила. А колеса накачанные? Прям? Смотри, носится человек. Так где носится? Он запыленный, смотри, он с келлером как свалялся. Это не келлер, это в гараже. Ну, или в гараже, смотри, вот когда в последний раз ездил. Я знаю.
Надо цепь смазать. Хорошо, что я масло взял. Поздравляю. Просто ржавое. Очень хорошо. Ну как, ты готова вообще? Да. Тайники поискать-то. Да. Тайники таинственные. Да. Сейчас мы снимем вон еще Ирин велосипед и поедем. Вот мы едем по такой шикарной велодорожке прямо на Кучино. Нам 6 километров ехать до тайника. Ну здесь душевненько прямо. Погнали и прямо хорошо. Ну, за исключением, что мы едем возле трассы. А так прямо хорошо. Юпи! Юпи! Вот эта команда опять в сборе геокетчинская. Опять мы полным составом едем искать тайники, друзья. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ю-ху! Только что махала головой. Алло. Ашатка, алёхи. Алло. Грюз, ой. Алло. Что-то ты не сильно рада нас видеть, Анатоль. Да? Окей. Эмили говорит, что это кайф. Так, нам здесь направо. И прямо показывают, что здесь дорога-дорога. Ну, не то чтобы прямо дорога, но что-то есть. Но это наше, по крайней мере. Погнали. Дорога, правда, малеха заросла. Но вроде бы мы легли на курс. Это ли не парадиз, а? Посмотрите. Просто лес. Лесной. Лесной лес. Я придумываю новые словосочетания. Лесной лес. Никто никогда так не говорил. Вот, пользуйтесь. Дороги здесь, к сожалению, нету. Но, в принципе, следы от нее остались. И даже навигатор ее видит. И это хорошо. Вот этими вот чигирями надо ехать. А тут вообще дороги нету. Караул. Я говорю, Эмили, последний раз, когда мы ездили с тобой по таким дорогам в лесу, нас чуть-чуть кабаны не съели. Да нормально. Где там Ира? О, она уже застряла. Ира, кабаны, не забывай. Осталось 11 минут. Мы уже почти приехали. Что скажешь? Абентоли? Ужас, говорит уже. Он Ира. Вот Ира сейчас, от нее надо быстро убегать, потому что она сейчас будет саботировать и просить вернуться обратно срочно. Погнали быстрее. Нормальная дорога почти. Там прямо какими-то чигирями. Осталось 10 минут все еще. До тайника. Ну, прикольно, прикольно. Вот здесь с левой стороны пшеница, с правой стороны кукуруза. Такой прямо красочный путь. Не красочный, я забыл это слово. Как это? Сейчас камень полина. Очень красиво здесь. По полям погонять на велик. Живописно, слово живописно здесь очень. Да, Эмиль? Да. Очень живописно здесь, говорю. Очень красиво. Да. Вот так по полям на велике ездить. Угу. С этой стороны вон лес пошел. Да. Осталось нам еще 7 минут до тайника. Погнали. Пожалуйста, едем уже по асфальтированной дороге. Юпи! Мне иногда кажется, что Нави специально нас засадила. Ага, чтобы было веселее. Параллельно есть нормальные дороги. Ага. Это по буеракам. Ну вот, так показывает, к сожалению. Это папа так сам
Не-не, это... Я что, себе враг, что ли? Я, конечно, лучше ездил вот так с вами. Мне-то по кайфу, а вы-то ныть будете. Это Google так показывает. Эмили, а надо сиденье сейчас поставим тебе выше. Я тебе покажу, как должно быть правильно. Вот нога должна, когда ты выпрямляешь внизу, вот сейчас, вот видишь, нога, она должна быть прямая. Ну, в принципе, у тебя... Почти прямая. Ну, в принципе, почти прямая. У тебя можно чуть-чуть выше надо. Осталось 3 минуты. Юпи! У-ху-ху-ху-ху. Две минуты до тайника. Иришка, газу, добавь газу. Есть тоже. Но у нас нету прямо леса прямо возле дома. А чуть подальше тоже есть лесов полно, да. Но они все здесь красивые. Просто... Иной раз даже не знаю существования таких дорог в лесу, что они где-то рядом. Ты пробуй переключать, Эмили, туда-сюда, да. Потому что надо ездить. Если ты чувствуешь, что ты сильно быстро крутишь педаль, надо переключиться обратно. Если сильно тяжело ехать в горку, в другую сторону, надо все тебе вспомнить, как это все переключалось. Так меньше устаешь, когда едешь. Получил в Ютубе комментарий. Да. Какая-то женщина написала, или девушка, не знаю, какой-то женский, от женского имени. Такое не часто происходит, точнее, очень редко, если не первый раз вообще за 2 года. Да. Написала прямо спасибо вам за видео. Там видео мы с Ирой искали тайник. Да. В очередной раз. У меня там этих видео уже больше 500 штук. Да. Или ты больше, да, 500 с чем? 520, собственно говоря. Прямо спасибо вам, я узнал о игре Geocaching, вот там откуда-то где-то в интернете узнал, задавал в поиске, начал искать, и мне высветил там Google или YouTube ваше видео. И я посмотрел, и прямо очень понравилось, спасибо вам, что вы его там сняли, сделали, очень интересная игра, тоже буду играть по выходным. Фу, да иди в баню, муха какая. Фу, блин, да дай, можно рассказать что-нибудь. Буду по выходным в свободное время тоже искать. Так прямо приятно было. Во-первых, это очень редко происходит. И мы прямо популяризируем, ну, продвигаем эту игру. И очень редко кто ее понимает. И прямо такой комментарий, было приятно. Так, походу мы проехали уже, пока я болтал. И, по-моему, первый тайник посвящен болоту. Вот тут даже есть какая-то вон табличка. И да, мор вон. Тут с двух сторон прямо болото. И даже дорога здесь вот засыпана щебенкой, тоже вся в мачлях. Все, эрайх. Приехали. О, там прямо вон целое настоящее болото, ничего себе. Да. Осторожно. Тут вон прямо целое озеро. Смотрите, а вот тут есть. О! Тропинка прямо. Цак. Ничего себе. Блин, это, смотрите, мягкое прямо. Это болото. Это торф тут. Можно упасть, и он засосет тебя прямо по шее. Так. Короче, очень интересно все это. Сейчас я возьму хэнди и почитаем. Я очки свои сейчас одену. Фирменные. Есть. У нас все есть, Эмили. Держи. Минералка. Минералвассер. Так. Битышу. Да. Да. Прямо запихивай. Давайте задание почитаем.
Так, что у нас в задании к этому тайнику написано, сказано? Следующее сказано. Хойте. Где тропинки? Еще есть? Несколько, еще несколько там лет. Вон лежит на... да. Можно я зачитаю? Ну ты пока читай. Хочу снимать. Еще несколько лет назад здесь добывали кофе. Знаешь, кто там? Это из дерзовок, это кофе разжигали. Ну, вместо угля. Это кофе. Тоже. Да. Но сейчас природа снова предоставлена самой себе. Люди и животные что-то восстановили. Вы также можете использовать его как подъезд, но вы также можете припарковать машину неподалеку и насладиться природой. Дополнительная подсказка. Видно с тропы справа. Береза внизу. Вижу березу. И нам надо точные координаты сейчас. Ну вот береза, наверное. Да, снизу. Где? Вот береза. Тут везде береза. Нам надо точные координаты сейчас, а мы точно скажем. Вон там береза. А, тут тропинка, вот. А тогда вон та береза. Так, кто хочет найти? Эй, давай, смотри, вон та береза. Бирка. Ищешь или нет? Нет? Все, я погнал тогда. Ну это явно здесь. Там тоже вон береза. И там тоже тропинка. И тут что-то как-то более доступно. А что, здесь, а тут? Нет. А ты координаты какие? Координаты показаны сюда. Сюда? Ну, это вот маленький? А? Это маленький? Вот я не знаю, посмотрите. Что-то открылось. Вот мы прямо здесь. Вот эта дорога. И мы типа сейчас еще все еще стоим на дороге. Так. А что там подсказка? Береза внизу. Береза внизу. Да. Видно с тропы справа береза внизу. Справа стрел в какую сторону? Так, ладно, давайте координаты. Ладно. Так. Там что-то. Мы уходим от нас. Не, мы ушли. А где координаты? Вот. Так, еще раз. Вот это давайте исследуем еще березы. Тоже тропинки. Офигеть.
Блин, что он себя не открывает? Эмили. Снимай. Включай камеру. Ты где? Да ладно. Я что смотрел? На. А? Как красота. А я уже такой думаю себе, блин, придется уезжать ни с чем. Где ты нашла? Подожди. Где? Где? Да ладно. Поздравляю. Красавчик, та-да, та-та-да, юпи, ага, вы еще и в очках, а Эмили без очков, я их сейчас выкину, так вообще не пойдет, кто мне их продал вообще, я в них не вижу ни одного тайника, а я там искал, не нашел, вот он геокетчинг, такой бывает, так, Эмили, заполняй, вот тебе ручка, она немножко грязная, но это с последнего моего фара-тура. Забрызгалась она. Пиши. Его Величество Александр. Нет. Эмили нашла, мне сколько она. А, Эмили. Эмили нашла, точно. Пиши. Эмили. Какой у Эмили ник? Она не знает. Пиши просто Эмили, да и все. Или придумай себе новый ник и зарегистрируешься заново. Если у тебя не того, ты не помнишь. Да, я помню. Где? И какой же? Док. Какой? Помнишь, док? Ты в хэнди можешь посмотреть, да? Да, 65F. О. Конечно. Ну тогда все. Ничего себе, все серьезно. А мы такие, а я такой хи-хи-ха-ха, или вон. И зарегистрировано, и все знает. Не, смотри, или ты смотри. Ну, ты что, значит? А? Сейчас какой? Да? Да. Как ты это сидишь так быстро? Окей, давай. Заполняем логбук. Все время забываю, как по-русски логбук вообще. Книжка для заполнения. Мне как-то даже писали, и все время забываю. И так как я не выговариваю букву L, и начинаются какие-то вариации. Лог. А там L-O-G. Логбук. Бух — это книжка, лог — это, ну, логиниться, регистрироваться. Так бы это перевел. Что, Эмили, какие там шури какие-то? Сегодня какой? Фюрцинте? Или фюнцинте? Фюрцинте. Фюрцинте? Блин, мне кажется, вчера было фюрцинте. Где мой телефон? Сейчас я тебе скажу. Сегодня... Фюрцинте, окей, фюрцинте. Ну, это короче. Ну, это корова просто ночи. А то птицы какие-то, пеликаны эти. С этими, знаешь, которые длинные клювы у них такие. Фламинго. Нету фламинго? Скажи. И как у тебя ник называется? Эмили. Дальше? Что там дальше? Не знаю. X. Не знаю. Что там? Я не могу, я просто не вижу. X. X-I-A-O. 05. Пиши нас еще. Алекс. Ты не можешь? Нет. Ладно, я пишу, давай. Давай, ты снимаешь. Вау. Давай. Там просто снимай. Я включу. Смотри, значит, записываю Алекс. А телефон не вижу. А там я выключил просто экран, чтобы батарею не садил, но он записывает. Алекс. Биндштрих, или как он там? Алло. Алло. Ирина. Собственно говоря, все. Алекс и Ирина. Так, дату ты написала, да? Все. Окей, ну это наш был... подожди, ты выключил? Нет, и как? На меня. Подожди. Это был наш 146-й тайник найденный. Наш. А у тебя какой по счету, ты знаешь? Ну, примерно.
Ну, тогда было штук 20, ты еще нашла. Уже, наверное, штук 25 тоже. Плюс, да. Мы с тобой тогда. Нет, 20-то много, мы, наверное, штук 10 тогда нашли. Больше? Да, вместе. 20. Мы тогда реально много нашли. Да. Кстати, у нас там еще остался самый главный. Помнишь, мы нашли много-много. Составили это слово и координаты, и потом нам надо было самый главный по этим всем найти. А мне это не делали? Нет. Нет? Он ждет тебя. Мы его тогда не нашли, а потом я как-то... Теперь я знаю точно, где он. Приедешь на него, если приедешь. Вырубай, вот на кнопку верхнюю нажми. Сгорни. Эмили ложит обратно, кладет обратно, точнее, тайник. И едем мы дальше искать. Он прямо травой был прикрыт, да? Ну да, блядь, он был. Ага. Вот так прямо, подожди. Прямо с таким не увидишь, да? Покажи. Где? А, вот под этой дощечкой, да? И еще листик сверху. Окей, погнали. Подходит. А? Подходит. Он. Да. Следующие координаты следующего тайника. И посмотрим, как далеко он. А он, друзья, это был наш... Блин, я уже сбился со счета. Но у меня все дома ведется в учет, конечно же. То ли 146-й, то ли 147-й тайник по счету. Как? Ну, 100 Zexon Firtig. Что? Ну, мы уже драйвили Фирьяры с Зухом. Очень много. Зухтик. Да. Зюхте. Все инрыбницы там как-то нашли. Все переискали, перенашли все еще. 400 метров, 400 метров from here. Прямо и налево. Los Gates. Вырубайте. Так, по координатам второго тайничка. Так, давайте почитаем задание. Что он пишет? Так. Второй тайник гласит, ворота на гравий. Откуда здесь машина называется? Ворота на гравий. Еще несколько лет назад опять. Опять то же самое. Или я не то скопировал? Нет, то же самое. Еще несколько лет назад здесь добывали гравий, теперь все... А, гравий, в этот раз гравий. Ну, это шот, или как он называется. Теперь все снова предоставлено природе. Вы можете воспринимать это как поездку, но вы также можете припарковать машину и прогуляться. Дополнительная подсказка. Магнитный. Да ладно. На что здесь много примагнители? Так, давайте... А где координаты? Координаты смотреть, ну. Блин, или это не тот вообще? Может быть, какой магнитный здесь. Так, раз. Магнитные координаты. Копируем. О! Ничего себе, вы видели краники? Ничего себе, здесь живность прямо. Дикие птицы летают. Слышите? Нет, здесь все правильно. Где-то мы не доехали немножко. Еще. Ага, краники. Так, где-то здесь должен быть шильд, походу. А, я уже знаю. Вот. Железяки. Эмили. Я не нашел, но нашел, где можно приклеить. Да. Ну что, кто первый? Кто первый найдет, тому ничего не будет. Погнали. Так. Так. С
Смотрим внимательно. Там еще, я вижу, там дальше шильд какой-то. Вон там шильд еще есть, вон дальше, смотрите. Тут какие-то животные. Ага. Может быть, в шильде. Не, скорее всего, в шлагбауме. Так, в шильде ничего нету. Значит, шлагбауме. Кто-то ноги. Это коровы какие-то. Так, Альзо. Нестрю прятаться не умеют. Так что можно здесь долго искать. Камера капец, как двумя пальцами. Да. Да. Ну вот, конечно, они все-таки в самую путь полезли, да? Мам. Давайте с той стороны зайду. Ну до всего вес снизу. Вряд ли там в крапиве. А вот и нет. Та-да! Что? Где? Вот он. Смотри, вот здесь он приклеен. Давай, Даника. Вот он приклеенный, красавчик. Та-да! Та-та-да! Держи. Держи. Ты даешь. Так, ну что, следующий наш найденный сегодня тайник. Мы их сегодня как... Покажи. Как орешки, щелкаю вот здесь маленький магнитик. Я такого вообще не видела. И вот он там примагничен. Странный. Так, пошел я. Ну, такой влажный уже. Пошел я за ручкой. Где она, в сумке? Да. Или в кармане у меня, в виде сумки. Выключай пока, Эмили. Твоя очередь. Ты еще не нашла. Я так, нашла. Эмили. Можно просто держи. Эмили написать. Давай. Ты. Просто Эмили? Да. А что стать с твоими руками? Я становлюсь альтезаком. А? Альтезаком становлюсь. Не, что это за флеки? Ну, старость. Они вот уже всегда были. Они вот всегда были. Да? Да, джуфлеки. А чё ж ты спрашиваешь? Потому что я не знаю, что с тобой не так. Ну что-то не так. Что-то со мной не так. Какое у тебя там еще говори? Ты помнишь? Да, хватит. Да надо же вернуть ее. Икс. Ну как-то надо серьезно давай. И, А, У. И? Да, И. И? Да, И. Так. А. О. 05. Не, ну сам факт, что ты этот ник помнишь уже. Я смотрела на это. Но все равно. Я даже потом повторить его не смог. Даже если посмотрел. Так, 14, 07. И тут еще 24. Сними победителя крупный план. Та-да! Та-та-да, друзья! 147 наш тайник. Едем еще парочку тайников найти, потом кушать мороженое, дюнеры, отдыхать, веселиться, гулять. Подписывайтесь, лайкайте и обязательно смотрите до конца. Вырубай, блин! Купил? Ну, в интернете еще год назад. Сейчас посмотрим, не знаю пока. Так, мне кажется, что вот этот вот как-то не, он как-то слетел, он должен быть. Так, вбили координаты следующего тайника. До него 1,7 километров и 5 минут езды. Погнали. Гатор нас повел какими-то чигирями.
До тайника 3 минуты осталось. Ну, в принципе, тропинка есть. Ну, просто тропинка. Настоящее болото, мор. Вон здесь, вон с левой стороны все, вот это болото. Посреди леса прямо деревья стоят в воде. Прикольно. 2 минуты. Ну там бурелом какой-то произошел. Овальные деревья. Эмили, а ты помнишь вообще, как мы с тобой на гору поднимались? Какую? Ну, самую высокую точку Мекленбург-Форк, по-моему, мы с тобой ездили вдвоем тогда. Байполе? Да, да. Короче. А? Короче. Да, да. Как же она называлась, я забыл. Не помню. Это гора. Сколько она? 1000 метров? Нет. Или 100? 100 метров, по-моему. Самая высокая точка. Нет. Мы с Эмили были, нашей земли. 1 минута до прибытия. Это подозрительный объект сооружения человеческих рук дел. Что это такое, вопрос? А, это, я думал, он железный вообще, а это такой резиновый мяч. Что такое? Зачем это? А тут вода. А тут вода и полная насекомых. Слушайте, может они как-то сюда, насекомые, а тут вот такая вот, значит, конус колба, и там полная насекомая, смотри, вот это все насекомые, инсектен. Да? Да, и они туда, а как они туда залетают вообще? Что-то пахнет. Не, ну так там все закрыто. Ничего, что за конструкция, кто знает, что это такое, напишите в комментариях. Офигеть. Подними, там полная насекомых. Они еще двигаются. Не. Смотри, вот этот еще. Да, подними еще. О, видишь? Инсекты. Интересная штука. Скорее всего, они открывают. Это надо открыть крышку, раскрутить, она явно откручивается, вон резьба. Ну почему она тогда закрыта? Не знаю. Что это? И зачем это все? Они, видимо, туда залетают, а зачем это шар? Вот это загадка. Вот это загадище. Вот это рыцарь. Так, мы чуть-чуть не доехали. Нам здесь налево. Еще 1 минуту. Погнали. Следующему тайнику. Еще осталось 120 метров. Вот. Это третий тайник. Значит, мы же 2 нашли, да? Да. Так, это 1, 2, и вот это вот 3. Так. Тарбекер-Мур – это остатки более крупного комплекса болот, образовавшегося внутри канала талой воды после последнего ледникового периода. Что? Айссайд, когда был айссайд. Да. И когда лед ушел. Это остатки воды после этого айссайта, да? Представляешь? С 1951 по 1990 год он был частично заторфован в промышленных масштабах до минеральных недр. Познакомьтесь с тропами болот, насладитесь природой и откройте для себя остатки торфодобычи. Добывали торф. Торф это как уголь такая штука, как кола. Коля. 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 Коль. Коля. Коля. Это торф, типа того Коля. Здесь его добывали. И веселитесь, краснеете почему-то. Да. Дополнительная подсказка. Поклонники сказок о принцессе F могут иметь преимущество. Что? Если ты знаешь такую сказку Мерхен о принцессе F, то ты как бы знаешь, ты быстрее найдешь этот тайник. Принцессин F? F. Так, походу нам придется только пользоваться координатами, потому что подсказка так себе. Не, не такая. Что красное будет? Не, красное там просто неправильно перевело, кстати. Угу. А что он неправильно перевел?
там типа наслаждайтесь и краснейте. А по-немецки это Viel Spaß, Blush. Что за Blush? Покажи. Blush как, ну, ну да, покраснеть. Не знаю. Не знаю. На английском. Märchen Fans von Prinzessin F könnten einen Vorteil haben. Так что только координаты. Или ты знаешь, что такое принцесса F? Можно гуглить принцессин F. Так, остатки мы нашли торфодобычи, рельсы. Прикольно. Смотрите, какая бабочка. Ух ты, класс. Блин, что за хуйня улетела, хотелось снять. Смотри, остатки шины от здесь, когда добывали торф. А куда они, интересно, ведут? Прикольно. Прикольно. Вот. Я думаю, что вон то дерево, скорее всего. Мне интересно просто, куда эти шины идут. Смотрите, вот они еще шины. Смотрите, дерево прямо на шинах выросло. Офигеть. Тут там внизу шина под ним. Шина рельса просто. Прямо целое дерево. Угу. Четко, прикольно. Что, ты не нашла, кто такая принцесса Эф? Там дерево огромное выросло. Ты закрыл или что? Угу. Не хочешь вот это дерево посмотреть? Угу. Не хочешь? Давай я тогда посмотрю. Где координаты? Покажи мне. Вот мы. А теперь по-другому показывает. Почему-то, а почему-то по-другому как-то. Принцесса F. Я бы спрятал вон туда, конечно. Офигеть, дерево прикольное. Так, Ира пошла. Ира взяла след, по-моему. Принцессин, не, принцессин F. Это типа ее зовут так, F. Фиона? Да, наверное. Да. Кстати, и что с ней? Она тут тоже живет. В болоте типа. Да. Слушай, это Фиона со Шрека, принцесса. Блин, здесь мягко, офигеть. Мокрая, ага. Ноги намочила. Да? О. Здесь прямо болото-болото. Если кого-то начнут засасывать болото, кричите. Чтобы мы быстрее уехали. С этого гиблого места. Так, что там наши координаты говорят нам? Нам надо, короче, точно по координатам искать, иначе у нас вообще шансов ноль. Куда ведут? Ты там сильно-то вглубь не заходи. Вот какая-то тропинка, я вижу, или мне кажется. Да? Блин, а где эта Фиона жила? Ну тоже в болоте? Да. Может, она на дереве как-то, или я не знаю. Что толку? Здесь везде болото, а... Странно. Давай мне. Ты снимаешь. Курица. Так, давайте еще раз. Крупным планом. Так, мне что-то не нравится. Мне кажется, мы не там. Мы не там. Хорошо, дороги. Далеко на дороге, это не на дороге.
Где координаты? Непонятно где. Фиона, блин, может как-то с этими... Вот здесь. С рельсами как-то связано. Тоже можно найти? Надо посмотреть какой-нибудь. По-моему, я нашел. Да. Вот эти камни подозрительные. Красавчик. Ага, такой тайник. Мы уже такое камни такого искусственного. Обалдеть. Да. Прикольно. Не надо как-то, да. Ага. Да, ты что? Так, я за ручкой. Обалдеть. Ну вот видимо, ну, вот вот какие-то шины были с Фионой. Я бы никогда не подняла его. А видно было, что они искусственные, что их кто-то положил. Знаешь, три камня вместе. Это было фердекти. Сейчас я поговорю. Вырубаю пока. Как орешки щелкать, эти тайники находим просто вот с полуворота, вот так прямо сразу. Так, пишем, записываем. Это наш, я уже не знаю какой, сбился со счета, 147-й. Знаешь что, Эмили? Мне кажется, тебе надо зайти на эту страницу и переделать свой ник. Там же можно изменить. Да, точно, я свой менял. Я менял, потом вернул обратно. Почему-то. Так, мы Эмили только что новый ник переделали. То у него тут старый был сложноватый. Все, заполнили. Это наш. В Эмили там уже 28 найденных тайников. У нас уже 147. Мне кажется, она еще не все дописала. Вожу, кладу обратно. Дох, да? Кладу обратно. Что-то связано с шинами, с рельсами в этой принцессе Фионы, как мы думаем. Это о ней. Такой заброшенный сарай. Тут еще какое-то здание. Так, этот тайник подальше, прямо до него 15 минут ехать. Надеюсь, не по Бундесштрассе сейчас надо будет ехать. Блин. Похоже, дох. Такие холмы прямо живописные. Красиво прямо, холмы такие. Очень живописные. Так, ну что, нам здесь налево. Дорога тихая, прокатимся пару минут. Нет. У тебя фонарь работает? Нет, наверняка, нет. Да? Зайди. Так, заедь пока что сюда. Машина. Ну, машина, заедь обратно. Ты стоишь сейчас на дороге. Я вот так. Выдохся, его надо волочить, помогать ему. Ты переключилась? Нет. Смотри, нет. У тебя звезды, видишь, цепь стоит. На самой маленькой должна быть, на самой большой. Ты в другую сторону переключал. А как? Поэтому ты не можешь заехать. На самой большой, конечно, ты не можешь заехать на самой большой. На самой маленькой твоей звездочке. Вот смотри, где у меня стоит цепь. Видишь? Почти на самой большой. Просто гора не сильно большая, поэтому я на самую большую еще не переключался. Нет. Подожди. Ну вот же они, вот две. Вот у тебя, смотри, вот это, вот это вот, чтобы быстрее ехать, а это чтобы в гору надо. Вот, видишь? Ну сюда только садим. А, нет, я что-то туплю. Это, все правильно. Ну да. Не, это вообще вот это. А ты все правильно делал, да, вот этим. У тебя же впереди, у меня только впереди одна только, а у тебя. В общем. Потащишь сама вверх? Да. Давай, держи. Где там наверху сейчас подперекручим тебя. Покажу тебе как правильно.
5 минут до тайника. На карпа координаты 4-го тайника, домик занят, к сожалению. Поэтому мы здесь поютимся просто на скамеечке. Выключайте свои фонари, чтобы зря они это не расходовать заряды. И да, читаем задание. С непривычки-то. Наверное, нет. Смотри, как я его отмыл. Вообще как новый-новый. Офигеть. Класс. Набил. Так, все. Эмили, ты оператор снимай. Там я включу. Нет. Значит, задание читаю. Ну как оно? Задание гласит. Добро пожаловать в центр Немса. Немса. Это место приглашает остановиться на короткое или длительное время велосипедной прогулки или прогулки. В плохую погоду я могу использовать автобусную остановку как укрытие. Дополнительная подсказка. Ок, 3 метра рядом со скамейкой. Магнитная внутри. Блин, как бы это ни было там внутри, а там люди сидят. Ой, вот это. Ага. Штука эта. Скорее всего, внутри. По-немецки тебе прочитать, Эми? Ты все понял? Нет. Herzlichen willkommen in der Mitte von Nems. Dieser Ort lädt dich zu einem kurzen oder längeren Verweilen während einer Radtour bzw. Spaziergang ein. Bei schlechtem Wetter kann ich die Bushaltestelle zum Unterstellen genutzen. Bushaltestelle. Бусхальтерштелле. Да. Бусхальтерштелле. Zum Unterstellen genutzt werden. Hinweis, circa 3 Meter. Circa, не окей. 3 Meter neben der Bank, magnetisch oben drinnen. Circa 3 Meter neben der Bank. Это вот эта штука вот. Электро. Динг. Магнетиш обен дримен. Дримен. Ну пошли. Пошли, у нас координатный показал. Только еще 22 центра. 20. У меня еще один клеплюсь. Так. Цирка драй метр. Это вообще железная вот эта штука? Блин, может быть... Это тоже железная штука. Это тоже железная. Что это в этой беседке? Так, пойдемте, будем объяснять людям. Надо там поискать. Дрынен. Цирка драй метр фон банк. Какой банк? Блин, подожди. Это наш банк? Да, наверное. Это дом. Это значит внутри. Блин, кися, цирка драй метр, это вот банк. Вот цирка драй метр и дрынен. Это внутри. Ну, подожди. Дафи курс,
Störe. Störe? Wir spielen nach einer Spiele, das heißt Geocaching. Kennen Sie? Und da hier irgendwo muss man einen Geo. Das ist eine, quasi ein Schatz. Ja, ein Schatz. Ja. Wir haben ihn noch nie gefunden. Nee, nee, er befindet sich irgendwo hier. Das ist, müssen wir ja gucken, wo das ist. Kann man ja auch mit dem Handy sehen. Genau, genau, genau. Das bin ich dabei, ja. Und zeigt ja. Da ist ein Vogelhaus, da soll das nicht sein, ne? Hier. Das gibt. Nee, ein Nest, nee. Nee, es steht magnetisch oben. Magnetisch oben drin. Moment mal. Steht Hinweis circa 3 Meter neben der Bahn, magnetisch oben drin. Da ist draußen auch ein Band. Aber magnetisch. Wo kann man magnetisch sein? Bei Holz geht das nicht. Nein, das ist alles aus Holz, ja. Dann die Schuhe. Ja. Irgendwo, ja. Na, wo waren wir hier stehen geblieben? Ja. Ich hab's gesagt, unterbrechen. Sie wissen, как там Schmetterling. Как там Schmetterling висит. Aha, aha. Ира сразу такая, я не приду. Я позорить себе. Я тоже хотела так уйти отсюда. Хотела сбежать? Да, unterbrechen. Unterbrechen. Я знаю, как правильно, и потом сбиваюсь, и не могу ничего сказать. Вот. Deutsche Einheit 3.10.1990, когда Германия объединилась, монумент поставили. Так, ну что-то у нас какие-то проблемы. Там сидят два деда в беседке. Я попробовал поискать, но там все из дерева. Я сняла. Я сняла. Ты сняла? Да. И этот позор. У меня штопля вылетела. И я пытался там, я так быстренько уже, чтобы совсем уж не опозориться, там пробежался взглядом. Там все из дерева внутри. Чего я решил, что оно магнетиш? О, слава тебе, Господи. Херцлик, веком дизордес, а не курцем. Чего? А, тут написано, цирка драйметр небен дер банк магнетиш обен дрина. А сам не Oben drinnen. Magnetisch. Das muss man irgendwo magnetisch. Ja, das ist alles aus Holz. Oben drinnen. Hallo. Да. Короче, вот на этом канте я не вижу, вот обен дрыны получается только вот этот кант. А он даже, это даже не железо. А ледох, нет, железо. Угу. Так, ладно, давайте перейдем по ссылке, посмотрим, когда его последний раз находили. Может, его здесь нету. Да. Так, ничего пока нет. Ира спасает бабочку, и злой паук споймал бабочку. Ира хочет ее сейчас спасти. Эмиль, возьми ее за крылышки. А нельзя брать за крылышки, потому что ты их оторвешь. Можно. Нет, тебе. Она просто ногами запуталась, вот и все. Ее надо ноги оторвать.
И тогда она полетит. А крылья нельзя отрывать. Только ноги можно. Я хочу ее отрывать. Или берем ее с собой домой. Вот вместе с палкой вот так поедем. В машине. Так, операция по спасению бабочки. Вот этого Шметерлинга. Да покажите, вон же она запуталась. Да, да. Вот тут она ногой запуталась. Тихо, не перестань трыгаться. Вот. Вот это надо. Можешь одну оторвать? Это ее нога? Нет. Это... Хотя? Нет, все. О, пожалуйста, спасли. Бабочка. Ты летит. Спасена, лети. Вот и хорошее дело сегодня сделали, как красавчики. Может, это и был тайник? Задание тайника — спасти бабочку. Вот Ира нашла вот такой вот сучок, там торчит. Он явно, он бы не торчал вот просто. Они бы так доски не положили с таким сучком огромным. Постану снимать. На, Ира. Держи. Нет, это Хольц. Я включу. Это Хольц, понятно. Ну. А, он еще и в акрилик. Смотри, все, это он. Точно. А как же его достать? Давай я тебя подсажу. Иди сюда. Давай сюда. Да давай. Дайте аккуратно, не бойся. Я лечу. Не бойся. Давай меня. Давай тебя. Эль, снимай. Это улитка? Нет, это этот Хольц, да. Вот он. Поломался. Это дырка, вот это он. Да ладно, это просто дырка. А где тайник? Прикинь, через душ тебе все время будет здесь заливать. Мы поломали. О, Эмили. Так, Ира, звони в полицию. Преступник. Так, может, ну в этом магните, в этом гнезде, там вот гнездо. Так он запал. Офигеть. Эмили поломала беседку, короче. Хорошо, что эти уехали, не видели. Тебе жить сюда будет вода заливать. Они явно бы не понравились. Так, кто там в этом везде? Алло. А это? За штуки. Ну вот сюда можно, конечно, примагнитить, но это будет офензиквик сразу, глаза будут бросаться. А что за Нест? Давайте в Несте посмотрим. Камеру туда. Я, кстати, много тайников нашел, просто камеру засовывал, куда сам не мог залезть. И потом дома находил, когда смотрел видео. Там есть тоже вот? Не, ну ты же не магнитишь. Эйкли. Так, Эмиль, я тебе скину ссылку, посмотри, что там люди пишут. Читаем, когда и кто последний раз находил. В общем, перед предпоследний не нашел. Пишет только одно гнездо и одну шалбу, один болт, короче, ну, винтик. А последний нашел 24 июня. Данке фюрс леген ун флеген. Ман. А под лавочкой нету там? Ну, даже не обувь. Обувь, кстати, ну. Может, это вон там знаки, может, это вообще не тут, где координаты? Где? Вон знаки, магнит. Нет, 3 метра от банка обувь магнитиш. Мы искали. Вот в левую сторону 3 метра от скамейки. Красавчик. Вот это геокетчер, я понимаю. Эмили, снимай. Конечно. Вот это да. Ну, оно ровно по координатам. Да? Прямо пункт. Вот мы фальшивый след взяли. Мы неправильный след взяли, а надо было просто по координатам. Ох, нифига! Хорошо ржало. Вот он бивунт. Та-да-та-та-да. Книжечка свежая. Ну, относительно. Все. Все нашли прямо сегодня все тайники. Красавчики отличились, молодцы. Беру ручку, заполняем и гоним домой. Мороженое кушать, мороженое. Мороженое. Безухендерфон. Буэм шпилен. Мульф. Вульф. А, то есть не кто-то персональник поставил, да, просто? Или дох, вульф. Ну, кого-то гешпендет фон. Вот, я тоже такой хочу скамейку поставить.
На берегу моря. Серьезно? Да. Потом расскажу подробности. Вот, вот это так работает. Вот с такой табличкой в каком-то интересном месте. И там свой кетчуп спрятать в этой скамейке. Такой у меня план. Серьезно. Ты уже когда-то фаштект один? Не, еще не. Я только такой хочу сделать и больше не буду других. Okay. Так, пишем Эмилин. Новый ник. Эмили. Бунденштрих Гер. Да? Так же? Да. Ну, красавчик. И наш Алекс und Ирина. Дата здесь уже не влазит. Так, ну вот это крупным планом не стоит, пожалуй. Ну, будем без даты. Ладно, здесь внизу. 14.07.24. Так, наш это уже какой-то 148-й, 149-й. Уже сбился я со счета, тайник. Я здесь, халё, добрый день. И Эмилин какой-то уже за 30, хорошо, за 30, 35, 39, 40. И Иришкин тоже такой же, как и мой, 148-й, 149-й. Как у Эмилин. Всё, короче, это сегодня... Мы сегодня четвертый тайник, 4 тайника нашли. Мы красавцы, мы, короче, банда, а? Урожайный день сегодня. Эмили уже все, капут, фикс инфертив, я смотрю. Ей же надо мороженое. Выпей водички, давай. Накиси, я просто какую-то курсу как-то вижу обратно к воде. Док. Там же было написано. Да, она еще на магните, она перепад, когда ее опускают вниз. Хороший хэштег. Та-да, та-та-да, погнали кушать мороженое. Поехал такой с музыкой. Красавчик. Мужик прямо с музыкой. Причем музыка такая шаляпин какой-то. Прямо с пластинки играл у него. Класс. С винилового проигрывателя. Эвели, как тебе музыка? Что там? Банда подуставшая. Заминка на дороге. Ну, всего получится километра 30 у нас сегодня. С непривычки. Многовато им. Нет, я сам это. Что там, Эмили, как дела? Все в порядок? Подходит. Подходит? Алисим гриф? Да. Зерши. Му-му-му-му. Что означает на коровьем языке халё и пока? Чус. Халё он чус. Иришка на своем электрическом умчалась. Эмили, все, не осилю. Я ей обещал, что больше гор не будет, но дох еще одна. Нам еще осталось 20 минут. Ах, 10 минут и ног. Да это совсем ничего. Фил в километр. Гарникс. Эмили уже капут. Мы еще твой лес хотели смотреть. Не? Как без твоего леса? Я хотел... Посмотреть, что там к чему у вас.
Немерозно повесим, и потом... Да? Да. И потом посмотрим, да? Да. Хороший план, мне нравится. Посмотрим, хорошо. Да, точно, погнали. Кали, мы уже ездим здесь вокруг да около, до города Эмильного осталось 2.5 километра, и тут какой-то, видимо, парк, какое-то развлечение построили в лесу прямо. И он настойчиво, навигация ведет через него, а там все заборы закрыты, и мы, короче, раз поехали, второй раз туда поехали. Все, его не можем найти, сейчас уже в противоположную уже сторону поехали. Пробуем здесь что-то найти, удачу. В общем, заблукали конкретно. Аппаратура. Как тебе? Ужасно. 220 километров. Фир Кетчи. Не, нормально. На простом велосипеде. Эмили подустал. Ира, наверное, на ее этом. Фит. Я фит, потому что мне это не расстояние. Почему у нас нет такого уединенного места, где я могу поорать по-русски? Короче, мы заказали дёнер тейлер. И нет полностью, да. Сейчас покушаем. Велосипеды мы наши уже запаковали на машину. Эмили здесь привязали. Сейчас покушаем, попьем. И тур наш завершился. Было прикольно, было вообще классно. Было все. И бундуш-трассы, и лес, и поблукали немножко, заблудились, и кечи интересные. Короче, все было. Было четко. Наша награда за проеханные 32 километра и найденные 4 человека. Все, друзья, подписывайтесь, комментируйте. Спасибо всем, кто досмотрел до конца. Мотивируйтесь и развивайтесь. Пока-пока. Это был не конец нашего фара-тура. Вот он. Та-дам! Давайте, цокнемся. Вот сейчас вот конец, логически. Вот это праздник. Зюся обшлюз. Все, друзья, лайк не забудьте, да?